вкусные. Ребята, всем привет, доброе утро. Скажи привет, привет. Привет, привет. Вот, мамочку поближе. Я сейчас готовлю себе завтрак. На завтрак у меня будут сосиски с омлетом. На самом деле, готовлю себе такое редко, потому что несколько лет назад у меня была жуткая аллергия на яйца. После того, как мы с Егором съели за выходные вареные яйца, яичницу, и потом был просто кошмар. Это было, кстати, в 2010 году. Вот, и я вылечилась. И после этого сдала, конечно же, анализы, и вот анализы мне показали, что у меня аллергия вроде как на белок. Вот, и с тех пор 5 лет уже ограничиваю себя в потреблении яиц. Вот, ну, переехав сюда, все думаю сходить здесь, сюда в лабораторию, сдать анализы и посмотреть, как сейчас обстановка с моей аллергией. Вот, никак еще не собралась. Но вот иногда готовлю себе яйца, потому что я их люблю. Вот, где-то, может быть, раз в месяц, даже реже. Вот, потому что белок и желток, он же присутствует во многих продуктах, и во всей выпечке, и еще куча везде. Поэтому так-то получается, что я его потребляю, наверное, каждый день. Поэтому в чистом виде, в таком вот яичнице, вареные яйца приходится себя ограничивать. Кстати, тема о кружках. Вот в прошлом влоге я вам показывала кружку. Вот видно. Вот, посмотрите, эта фотография была сделана еще раньше, чем та. А если я не ошибаюсь, это 3 сентября 2006 года. И это мы с Егором встретились первый раз. Вот. Так что такие вот мы здесь вообще малявочки. Там нам сколько лет? Наверное, 17, да, 17 лет. Так что вот. И до сих пор пользуемся, но думаю, что да. О, что такое? Что случилось? Я думаю, что уже надо сделать новые кружки. Из Дэни у нас тем более нету никакой кружки. Будет, думаю, классно. Дэни покушал. Я сейчас поем. Пойду. Еще Арисенку покормлю. Дэни там слезает со стула. Да, молодец. Шустрик. Вообще, я думала, что это я себе приготовила омлетик. Да, и посыпала свежезамороженной петрушечкой. Но пришел Дэнни и занял мамино местечко. И воюют теперь. Как вы можете видеть, Егор не спит. Точнее, он спит. Я больше чем уверена, что он спит. Потому что сейчас 8 утра. Вчера вечером он ехал к родителям. Я там остался ночевать. Потому что к нам приехал друг Егора, Лёша. И это его, между прочим, третья попытка доехать до нас. Потому что первая попытка окончилась тем, что я уже говорила. Тем, что на таможне оказалось, что у него просрочена виза. Вот. Она была действительно до января, а он ехал к нам в августе. Вот. И вторая попытка, он приехал обратно в Питер и сделал там визу. Вот, Дэнни смешно скачет. Вторая попытка также не удалась, потому что Лёша планировал приехать к нам на прошлых выходных, но на прошлых выходных мы с Егором приболели. Дэнни нас заразила, у нас также болели животы, и нам было очень плохо, поэтому Егору пришлось отменить приезд. И вот сейчас снова наступили выходные, и Лёша к нам наконец-то доехал. Ура! Так что Дэнни будет скоро дневной сон, он поспит, мы пообедаем здесь и поедем туда к родителям, что проведем сегодня день с ними. Инструкторы умеют летать. Скоро посмотрим, что сможет Егор. Мы тоже смотрим.
готовлюсь к полету в Сириус. Сейчас будет проводиться инструктаж, как это делать. Я никогда еще не летал. Вот первый раз в раздевалке готовлюсь. Немного переживаю. Ну, я бы сказал, чуть-чуть совсем. Привет! Ай, привет! Ну что, ты готов? Да. Я уже проинструктирован, теперь знаю все. Теперь осталось только воплотить эту жизнь. Теперь ты знаешь, как летать? Да, и как падать. И как трюки делать. Да, надо... Главное расслабиться, сказали, улыбаться. Да, и махать в камеру. Да, вот. Нет, когда ты машешь в камеру, ты летишь, кто знает как. Смотрите на него. Кто? Здесь пара жена. А папа вон сидит рядом. Девушек и для парней занятия, то есть сейчас парни одни, вон инструктора им помогают. Да и не тут раздолье. Шлеп. Что мы делаем? Засовываем наушники. Наушники? Обязательно, да. Я не знаю, какими пользоваться. Потому что здесь такой поток воздуха сильный, что надо, видимо, ушки защищать. Вот и не пришел на папу смотреть, да? Сейчас пойдем смотреть, как папа летает у нас. Очень быстро было? Или, да, тебе не показалось? Мне было очень быстро. Нам, как зрителям, было очень быстро. Я понял, что я открыл новую статью расходов. То есть теперь каждые выходные? Ну, вообще здорово летать. Классно. Суперски, вообще незабываемое ощущение. Ну, поток синий, да, наверное, такой. Да, очень тяжело в руки держишь так. Сдувает. И, да, их надо держать именно напряженные, потому что, считай, себя держишь. Понятно. Здесь всякие ресторанчики. Нет, никого. А, комплекс вот закрывается. А это еще у них пёс музей? Да, видимо, его раньше не было. Прикольно. Такой комплекс у нас, Сириус. Не знаю. Не могу понять, что за запах. Какого-то дикого. Да. Может, это. Знаешь, пахнет в вашей горке. Это в бане там бэкси подкидывают. Такая вот тропа здесь, не знаю, как правильно называется, норвежская. Егор и Слёша тоже хотят походить на них.
уже в том году лазили. Классно. А мы поехали домой. Приехали домой. Сейчас уже начало 8:00. И на улице вот такая вот темнотища. Кошмар. На самом деле еще темнее. Камера так высветляет. Вот, Егор остался у родителей ночевать, потому что Леша завтра уезжает. Он хочет с ним пообщаться, конечно. Да и не спит зайка. Сейчас пойду его будить, домой поведу. Вот, Егору очень понравилось летать в этой трубе. Это был сертификат, который родители подарили ему на день рождения. Вот этот сертификат лежал полгода. И наконец-то Егор его им воспользовался, ему очень понравилось. Конечно, 3 минуты вроде кажется мало, но на самом деле, думаю, не так все просто. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Мне это очень приятно, я стараюсь всем отвечать. Если не подписались, обязательно подписывайтесь на наш канал. На этом будем прощаться. До новых встреч. Пока-пока.